Давай-ка, потому что нас возьмут на эту работу тогда. Не, на людей, конечно. Это, кстати, симпатичненькая. Одежда симпатичная. Нас привели в какое-то офигительное место. Это Катюшка сидит. Да, у нас. У тебя еще глаза так светятся, ну, типа, конечно, как у вампира. Вампир, да. А там сзади мертвая принцесса. А там девочки. Следующий день мы сидели в других апартах у девочек. Девочки заказали пиццу с дурианом. Пицца с дурианом. От 1 до 10. 0. Это мой минус 10. Да. Если мы будем тоже переезжать, только в такие апарты. Да. Короче, иду сейчас по полу оккупированному Китаю. Сдала тест, у нас сейчас каждый день нужно сдавать тест для того, чтобы вообще куда-то зайти. Благо, у меня сейчас нормально все, потому что до этого эти красавцы написали мою страну Россия, а не Беларусь. И где-то почти месяц я ходила с просроченным, так скажем, тестом в приложении, что, соответственно, сейчас не прокатит, потому что сейчас как бы у них, они решили, что это критическая ситуация. И проверяют тест каждый день, проверяют всех. У нас рядом просто оккупировали этот подъезд. Если мы живем в С3, С2 оккупировали. Короче, честно, ощущение. Они прям так нормально оккупировали Китай. А эту масочку, кстати, я у фотографа подобрала. Парниша очень стилёвый. Так бы я выглядела, если бы опять нарастила ресницы и накрасила бы эти веснухи. Так, здесь, получается, мой район уже оккупировали, и мы с моим знакомым другом из Китая. Он приехал из Шанхая, пригласил меня. Мы были на трех ужинах. Это японская еда. Вот, далее мы видим, мы приехали искать ресторан на следующий день, ничего не нашли, в итоге мы просто гуляли, потом мы пошли в итальянский ресторан и после этого в турецкий. Сейчас вы увидите итальянский. Yo!
Короче, вот такой вот выбор пленки оказался в магазине, где здесь можно проявлять пленку, делать фотографии на паспорт и так далее. Но мне вот больше интересует пленка. Вот это вот особенно негатив. Сотка. Забавный факт. Я в ноябре уже пишу. Тут вот моя, как скажем, мое пожелание, и я уверена, что оно сбудется. Вот, написала на такой елочке уже в ноябре. Ситуация обостряется. Тут у нас на районе кот. Куча всего позакрывали, некоторых увезли. Как-то так. Кстати, знали, это мастевые карты. Let's go. Окей. You have a 309? No. No? Why you give to me? I have a 9. Так, you can give? Yeah, sure. You have something like that? No, you couldn't, because you're going to me. Wait, so I don't need to put anything? Yeah. You didn't have? Wait, because I can put like a... 3, 9 and 10. Okay. Nope. Ta-ta-ta-ta-ta! Oh my god. No, sorry, but it's your first time, it's normal. На тот момент еще все работало плюс-минус, сейчас уже все это не работает. Магазины, которые еще открыты. Да, будет купить стирточку. Я серединку люблю кушать. Я просто зашла в район. Как район? Я зашла в место, где хоть что-то работает. Потому что в основном не работает ничего. То есть возле нашего дома не работает вообще ничего. Это за дедушкой. Полным шагом Family Mart. Вот. Вчера мы брали очень вкусненькие. Я только серединку ем, я не люблю слоеное тесто. Короче, единственный Seven, который работал, он тоже теперь закрыт. Я не знаю, куда я сейчас пойду купать еду. Можно, конечно, попробовать Family Mart, который на другой стороне, возле метро, но если мы предположение, то он тоже будет закрыт. Ну, попробуем. Надо, наверное, кстати, закинуть каких-то вопросов в Инстаграм по поводу того, что вам интересно. Я понимаю, что кому-то даже может быть интересно. Кому-то... Девочка, модель пришла. Кому-то интересно, возможно, увидеть мои съемки, кастинги, но... Там только будет кусочек кастинга, потому что пока нас не закрыли, мы ходили на кастинг. А теперь нас уже... Может, кто-то соскучился по мне, так я выгляжу. Выгляжу немножко, ну, так, сонновато, потому что гуляю мало. Почти вся моя косметика закончилась. Даже если я закажу косметику на Таобао, я ее не заберу. Возможно... Вот он мне что-то говорит, я не знаю, что мне говорит, но я понимаю. Что-то на китайском. Неловко. Так вот, может быть, он говорит один маску, но я не одену маску. Так вот, косметика моя закончилась. Может быть, возможно, доставка сифон, но там наценка в два раза больше. Вот. Сейчас покажу Starbucks. Чтобы вы понимали, Starbucks сейчас. Такое ощущение, что я вернулась в 2020-й, начало карантина. Camden Tower прекрасный, туманный такой. Единственное, Seven, я надеюсь, он работает, потому что вчера мы покупали еду здесь. А нет, он, видимо, тоже не работает. Кайфы. Так, я шла сюда, соответственно, мне придется идти дальше и что-то искать. Вопрос, что? When I
creates planet Fire. Yeah, but she told you before. Good girlfriend, because I don't know. Come on, I think you're perfect. I told you before you're perfect. Mm-hmm. Вот мои покупки. Я купила очень много фруктов. Так выглядит китайский рынок. Еще карантин, мы здесь нашли русский магазин. Вырезанный русский акцент, потому что когда я говорю, я этого, конечно, не осознаю. И здесь вы видели кусочек начала карантина, который сейчас обострился, и много другого в моей жизни. Спасибо большое за все вопросы. Подписывайтесь, ставьте лайк. Мне очень приятно. Каждый подписчик для меня — это мотивация делать новые, лучшие, улучшенные видео. Bye-bye!